Обновление лечебных учреждений региона. Фундамент Алгинской районной больницы был заложен около полувека назад. С того времени масштабные работы по модернизации объекта здравоохранения не проводились. Однако в текущем году ситуация изменилась, и в больнице провели капитальный ремонт. Сейчас работы продолжаются в пищевом блоке во дворе больницы. К слову, здание было возведено в 1975 году. Объект считался ветхим. Строительно-монтажные работы здесь начались в мае. Сейчас в процессе задействовано более 15 человек. В день работаем по 12 часов. Есть время на отдых. Можно сказать, что уже 90% внутренних работ выполнено. Вентиляцию обновляем в пищеблоке. Ряд других мероприятий проводим. Все идет согласно намеченного графика. В сентябре планируем сдать объект. Завершено благоустройство двора больницы, фасада здания и обновление главного корпуса. Блока было построено в 1975 году. Физический износ составлял 45%. В этом году, в мае месяце, начался ремонт. Также в этом году начался капитальный ремонт входных групп, фасад и благоустройство на территории Алгинской районной больницы. Были проведены работы по благоустройству территории, замене асфальтобетонного покрытия и тротуарных бордюров. Покрытие кровли из профлиста по утеплению обивки наружных стен здания. Работы были завершены. Также была обновлена материально-техническая база лечебного учреждения. Больницу оснастили современным медицинским оборудованием. Пользу от рентгеновской диагностики, компьютерной томографии и УЗИ-аппарата видят как врачи, так и простые жители. Ведь современное оборудование позволяет быстро и своевременно диагностировать заболевания пациента, что способствует оказанию квалифицированной медицинской помощи. Важно подчеркнуть, что более 500 работающих в больнице специалистов обучены оказывать экстренную помощь жителям. Обслуживает население по территории Алгинского района 39-724. У нас также имеется развернутая на 75 дневного стационара и 74 это круглосуточный стационар. Также имеется 9 врачебных амбулаторий, 19 медицинских пунктов и 1 фельдшерский амбулаторный пункт. В целях улучшения качества оказания медицинских услуг в 2022 году были приобретены томограф компьютерный, также рентгеновский цифровой аппарат. И в 2023 году были приобретены УЗИ-аппарат, портативный и стационарный. За последние два года районной больнице было передано 7 машин скорой помощи для оснащения сельских врачебных амбулаторий. Кроме того, новыми автомобилями оснащены медицинские пункты населенных пунктов. Николай Сырбов, Нурболат Куантайулы, Жанадиль Сагиев, телеканал Актобе.